Да, и ты прикинь, мы с тобой в отпуск поедем, а у тебя эти дни начнутся. Ну, жопа тогда будет, что я тебе могу сказать? И то верно. Ладно, пойдем чемодан собирать. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Все, они переняли этот тренд, ребята, он пошел по ТикТоку, типа, вот, когда парень спрашивает, типа, что будет, если у тебя месячные начнется, все, тогда будет жопа, как бы, ну, якобы имеется в виду, ну, типа, жопа, все, не подрахается, короче, все плохо, типа, ситуация пошла из рук вон плохо, да, как бы, а он понимает это буквально, типа, что будет в жопу. Вот, понимаете, вот, в чем прикол ТикТока, да, даже не прикол, понять, а вот, я не знаю, что ли, одна извилинность, вот так вот, да, вот завуалирую, так скажу, да, вот то, что одно что-то бахнет в голову, пошли тысячи хреначи, да, вот вы что, вы киборги, что ли, вы роботы, что вы штампуете одно и то же, зачем? У меня порой даже, знаете, как бы, ну, бывает такой вот контентовый голод, да, я захожу, там одно и то же шпарят, как бы, там только разные чаечки, там разные фонограммы, ну, смысл один и тот же, как бы, там они по-другому, там, слова меняют местами и так далее, да, ну, самый смысл, как бы, трахнуть жопу как бы, во время месяца, ну, блин, я уже своими словами, как бы, да. Ой, ребята, как бы, ну, я не знаю, как бы, в любом случае это весело, по крайней мере.